В Саратове не на шутку разыгралась стихия. В четверг в городе зафиксирован сильнейший град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. В результате разбушевавшейся стихии были повалены деревья. Сразу 7 елей и 1 тополь упали на улице Чернышевского между дворцом спорта и бассейном Саратов. Деревья, которым более 60 лет, вырывало с корнем из земли и асфальта. Меньше чем через час после налета стихии спасатели начали расчищать место ЧП и распиливать стволы. Очевидцы говорят, что ураган бушевал буквально 5 минут. К счастью, обошлось без жертв. Все трещало, все валилось. Палатки взлетали, все взлетало здесь. Было страшно. Люди прямо бежали, кидали все и убегали. Это чисто стихийные бедствия. Это такая точка, я как понимаю, в одном месте.